Приветствую вас, уважаемые партнеры компании Atomy. Меня зовут Олеся Штайнлихт, топ-лидер Европы, мастер Шаронской розы. Сегодня мы с вами поговорим о двух продуктах, флагманах нашей компании в линейке уходовой. Это набор «Вечернее очищение» и набор «Абсолют». Почему я делаю в первую очередь акцент на очищении? Потому что очищение очень важно для нас. Дело в том, что чем тщательнее и эффективнее мы очистим нашу кожу, тем эффективнее будут работать все последующие наборы и крема, которые вы будете использовать. Начинается наше очищение, конечно же, с замечательного средства Deep Cleanser. В состав Deep Cleanser входит экстракт женьшеня, экстракт зеленого чая, гидрофильное масло и кинго. Гидрофильное масло помогает качественно растворить грязь и себум, который выделяет наша кожа в течение дня. Его мы наносим сухими руками на сухое лицо и аккуратно массируем в течение 1-3 минут, даем продукту поработать с кожей. Второй этап – это foam cleanser. В состав foam cleanser у нас входит лечебный гриб. Пенка для умывания очень нежная по текстуре, она увлажняет, не только очищает, но также увлажняет и успокаивает кожу. Ее мы наносим влажными ладонями, вспениваем и наносим на поверхность всего лица. Аккуратно массируем, затем смываем теплой проточной водой или ватными спонжами. Третий этап – это пилинг-скатка. В состав пилинг-скатки входят фруктовые кислоты, корень ивы и гиалурон. Пилинг очень хорошо освобождает нашу кожу от роговевших частичек и также увлажняет и питает. И завершающий этап – это peel-off маска, маска-пленка, которая также позволяет нашей коже освободиться от роговевших частичек. Она увлажняет кожу, питает и сужает наши поры. Все 4 этапа я рекомендую использовать 1, максимум 2 раза в неделю. Deep Cleanser и Foam Cleanser мы используем на ежедневной основе вечером. Для умывания же утром нам достаточно только нашей пенки. Еще один продукт, о котором мы сегодня поговорим, это гордость нашей компании, набор Atomy Absolut Cell Active. Набор, который получил премию короля Синджонга, а это уже о многом говорит. Набор состоит из 6 продуктов, из 6 ступеней. Это пептидная косметика, предназначенная больше для возрастной кожи или для кожи, склонной к раннему старению. В состав у нас входит тонер. Его очень часто путают с тоником. Что же такое тонер? Тонер – это своеобразный проводник между кожей и косметикой, которую мы будем в последующем наносить. Дело в том, что при любом умывании, даже просто водой, мы нарушаем pH кожи. И тонер, он очень хорошо успокаивает кожу и также восстанавливает pH. Второй этап – это наша знаменитая голубая ампула. Голубая ампула очень глубоко впитывается в кожу и прорабатывает как умный гаджет именно с той проблемой, которая присутствует в вашей коже. Третий этап – это серум. Все этапы мы наносим очень тонким слоем, похлапывающими движениями, чтобы активировать нашу косметику. Следующий этап – это у нас лосьон. Лосьон очень хорошо увлажняет и питает кожу, то есть он не дает влаги и тем средствам, которые мы нанесли до этого, испариться с нашей кожи, из наших пор. Пятый этап – это крем для глаз. Крем для глаз качественно разглаживает морщинки, мимические морщинки. Обратите внимание, что его 40 мл, то есть этот крем для глаз мы можем наносить и в принципе на все лицо, если есть такая необходимость, потому что мимические морщинки у нас есть везде. Его мы наносим маленькое количество легкими массажными движениями по орбитальной косточке, не заходя на область под глазами и над глазами. Дело в том, что в этих местах у нас кожа очень тонкая и чувствительная, и чтобы ее не перегружать, мы наносим совсем немножечко, и, как я уже выше сказала, по орбитальной косточке. И завершающий 6-й этап – это крем Cell Active. Он очень хорошо питает, увлажняет и подтягивает кожу. Вообще весь набор
содержит воду зеленого чая, витамин Е, катехины, ну и, как я уже говорила, пептиды, которые позволяют ему качественно проработать вашу кожу, избавить вас от пигментных пятен и от других проблем, которые вас беспокоят. Мы приступаем к вечернему очищению. И первый продукт, который мы всегда используем, это Deep Cleanser. Посмотрите, как мало я взяла. Как я уже до этого говорила, продукция у нас вся высокой концентрации, поэтому очень экономичная. Мы разогреваем крем в руках и потом легкими массажными движениями наносим на кожу. Делаем легкий массаж, не растягивая кожу. И смываем все остатки макияжа, пыли, себума, которую выделила наша кожа в течение дня. И в течение 1 минуты делаем легкий массаж. Deep Cleanser очень хорошо растворяет все загрязнения и очищает нашу кожу. Снимаем остатки средства проточной водой или же ватными дисками. Вода должна быть теплой, не горячей, не холодной, чтобы у кожи не было стресса. Следующий этап – это пенка. Обратите внимание, что тоже ее я беру чуть больше горошины. Очень важно смочить перед этим лицо и руки, чтобы у нас взбилась хорошая густая пенка. Вот такая вот консистенция у нас должна получиться. И также легкими массажными движениями мы очищаем кожу вторым этапом. Пенка позволяет нейтрализовать пленку, которая у нас образовалась благодаря гидрофильному маслу. Деликатно обходим область вокруг глаз. Также аккуратно массируем, не давим, не нажимаем, не растягиваем кожу. Прорабатываем 1-3 минуты и смываем теплой проточной водой или ватными дисками. Очень важный этап в переходе к следующему продукту – это хорошо просушить нашу кожу. Дело в том, что пилинг-скатка работает только на сухой коже и в сухой среде. Вы можете это сделать обычным полотенцем или же косметическими салфетками. Мы также аккуратно промакиваем, не трем, не создаем коже стресс. После того, как вы убедились, что кожа сухая, обратите внимание, она сразу начинает прям поскрипывать от чистоты, мы наносим также сухими ладонями пилинг-скатку. Ее мы можем наносить пальцами или же кисточкой для масочек.
наносим равномерным, не тонким слоем и даем поработать от 1 до 3 минут. Маска не должна впитываться. Если она у вас впитывается, это показатель того, что ваша кожа обезвожена. Вы ей можете помочь, используя в процедурах наши гидрогелевые маски, тканевые маски, которые очень хорошо увлажняют и питают нашу кожу. Оставляем пилинг поработать 1-3 минуты. Прошло 3 минуты, наша маска отлично поработала. Начинаем ее скатывать легкими массажными движениями по массажным линиям. И обратите внимание, сколько у нас скатывается ороговевшей кожи. У кого-то может меньше скатываться, у кого-то больше. Это все зависит от типа вашей кожи и как давно вы делали процедуры пилинга. Маска скаталась, теперь мы также умываем лицо проточной водой или ватными дисками. После того, как мы смыли маску, нам необходимо снова просушить лицо. Я советую использовать бумажные салфетки косметические, так как это более единично. Мы убедились, что наша кожа достаточно просушена. И теперь мы можем приступать к четвертому этапу, к маске скатки. Вернее, маске пленки. Ее мы также можем наносить пальцами. Деликатно обходим область вокруг глаз, а также волосяной покров, это брови и зону у роста волос, чтобы наша масочка снялась единым пластом. Также вы маску можете наносить косметической кисточкой для масок, но лично мне сподручнее это делать руками. В
Прошло 30 минут, наша маска хорошо подсохла. Обязательно подцепляем ее снизу и тянем наверх. Если маска хорошо просыхает, она отлично снимается. Те места, где у нас остались небольшие участки с маской, можно аккуратно смыть теплой водой и ватным диском. Умываться после этой маски нет необходимости. Эта маска не смываемая. Единственное, вот за исключением тех участков, которые у вас не сошли с общим полотном масочки. Не всегда это получается делать с первого раза. Это все дело привычки и навыка. Ну все, мы завершили наш ритуал, состоящий из 4 этапов вечернего очищения. Теперь мы можем переходить к уходу. Мы очистили нашу кожу и теперь приступаем к увлажнению и питанию. Сегодня мы будем работать с набором Абсолют. В первую очередь, после очищения мы используем тонер. Хорошо взбалтываем. Буквально на 1-2 нажатия распределяем по ладоням. И наносим легкими массажными движениями на кожу. Если вы пользуетесь первый раз этим набором, то, возможно, кожа будет требовать побольше продукта, вот как сейчас и происходит с нашей моделью, поэтому я добавлю. После 2-3 недель применения кожа напитается, и вам уже будет необходимо значительно меньше продукции, чтобы ее увлажнить. Активируем легкими похлапываниями. Наш тонер впитался, и мы переходим ко второму этапу, к ампуле. Что важно знать при использовании ампулы? Мы стеклянной пипеткой не касаемся кожи рук и лица, чтобы в этот пузырек нам не занести бактерии. Также равномерно распределяем. Обходим область вокруг глаз. Также активируем ампулу легкими похлапываниями. Или же можно сделать монопрессурный массаж. Надавливания должны быть также деликатными, не причиняющий дискомфорт или боль. Ампула впиталась, и мы переходим к следующему этапу, к серуму. Также на 1 нажатие кожа уже за счет тонера увлажнилась, успокоилась. Поэтому все наши продукты будут проникать более глубоко и работать более эффективно.
опять прорабатываем легкими похлапываниями. Продукты довольно-таки быстро впитываются, и время на весь уход буквально 5-8 минут. Серум впитался, мы переходим к лосьону. Лосьон закрепляет все предыдущие этапы, не давая продуктам испариться, удерживая влагу в коже. Также быстро впитывается и очень хорошо увлажняет. Активируем. Лосьон также отлично впитался, и мы приступаем к пятому шагу, к крему для глаз. Все крема я рекомендую набирать пластиковой или стеклянной ложечкой, чтобы также не занести бактерии. Распределяем по кончикам пальцев и легкими массажными движениями по орбитальной косточке наносим наш крем, не заходя на область под глаза и на подвижное веко. Как я уже говорила, кожа в этих местах у нас очень чувствительная, тонкая. Деликатно активируем. И приступаем к завершающему шестому шагу. Крем для лица я тоже беру совсем немножко, так как у нас уже на коже есть 4 продукта, которые мы наносили до этого. Чтобы кожу не перегружать, мы все наносим тонким слоем. Всю косметику желательно наносить за полчаса до сна и также утром за полчаса до выхода из дома, чтобы все продукты успели впитаться, хорошенько поработать, вечером не стереться об подушку, а утром, чтобы у кожи не было шока, потому что, например, сейчас у нас холодное время года. Кожа надо даже побольше, минут 40, а в идеале час, чтобы впитать все компоненты и только потом выходить на улицу. Прорабатываем, активируем.
Мы завершили уходовые процедуры набора Atomy Absolute Cell Active. Всем хорошего дня. Пока!